Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта Nick Studio Edition, и сегодня я покажу вам видеоурок в двух программах. Урок называется «Как сделать из дня ночь», то есть как мы можем превратить видео из дня в ночь. Вот так вот, немножко коряво по-русски звучит. Ну ладно, для начала я покажу, как это сделать в программе Adobe After Effects. Мы находим какой-нибудь футаж, желательно, чтобы этот футаж был... Желательно, чтобы этот футаж был, естественно, на улице и не было там, допустим, солнца или чего-нибудь такого компрометирующего наш как раз день. Вот. Мы создаем новую композицию. Возьмем вот такой вот кусочек маленький. Итак, чтобы создать этот эффект, нам нужно применить один эффект. Хотя бы один эффект, который называется Color Correction Color Curves. Вот, в этом эффекте, ну, во-первых, я, конечно, немножко затемню видео, потому что оно немножко яркое. То есть я сделаю его более контрастным, вот. Теперь нам нужно изменять каналы, нам нужно изменять цветовые каналы, чтобы получить как раз хороший цветовой эффект ночи. Для этого переходим в канал, в красный канал Red, и изменяем этот как раз канал, делаем его по огибающей. Как раз вот красный. То есть ставим примерно вот такую вот огибающую красного канала. Переходим также в зеленый канал. И ставим зеленый также канал. Примерно вот с такой огибающей. То есть она должна быть чуть выше, чем красный канал. Вот. Ну, красный можно еще чуть пониже сделать. Вот, а зеленый чуть повыше. То есть где-то вот так вот. И как раз последний голубой канал, наш синего цвета, мы ставим как раз его вот примерно вот таким. Вот, теперь мы получили ночь. Но ночь получилась у нас очень, конечно, темной. Потому что наш RGB, сам канал, он слишком у нас, слишком темноватый получился. Для этого мы крутим ручку RGB, то есть все каналы настраиваем, и делаем приближенно такой вот темноватый цвет. То есть мы настраиваем спокойненько наше видео таким образом, чтобы у нас был отчетливый цвет синий. Отчетливая ночь. Итак, мы создали подобие ночи, вот как раз здесь. Я бы сказал то, что похоже на ночь. Поговорим немного о пресетах. Если мы хотим, допустим, создать пресет, то есть если мы не хотим каждый раз настраивать наши ручки, наши бегунки, если мы часто используем этот пресет, да и вообще какие-либо пресеты, если мы часто используем, то мы должны просто создать, сохранить наш пресет. То есть мы нажимаем на кнопку сохранения и выбираем место, где у нас будет сохранен наш пресет. Ну, выбираем какой-нибудь, я не знаю, также вот где-нибудь в Adobe After Effects, в каком-нибудь папке, вот, в Support Files, где-нибудь в пресетах. Создаем свою папку, допустим, которая будет называться My Presets, ну, допустим, My Presets. Вот, и здесь мы создаем этот curve. Можно вот этот curve и пометить как night. И нажимаем сохранить. Вот, таким образом мы сохранили. То есть, если мы все сбросим, вот, то мы можем спокойненько открыть. И открыть curve night. И он у нас быстренько откроет наш тот старый пресет. И, кстати, эти пресеты можно использовать не только в программе After Effects, но и в других продуктах от Adobe. То есть мы также можем загрузить этот пресет в Photoshop. Ну, желательно, конечно, свежих версий. Не знаю, как они будут на старых работать. Вот, но в свежих версиях они спокойно работают, эти пресеты. То есть эти установки, они хорошо работают и с Photoshop, и с Premiere. Ну, естественно, с After Effects, где он, в принципе, и создан. Вот, таким образом можно спокойно создать свой пресет и перенести его в разные версии продуктов. Ну или пользоваться здесь, как минимум. Итак, вот как здесь можно сохранить и сделать эффект ночи. Итак, что насчет программы Vegas?
Программа Vegas, в отличие от Adobe Effect, имеет уже встроенный пресет. Он так и называется. Пресет Color Curse Night. То есть в этом пресете мы сразу, если мы перекинем на видео, мы сразу увидим то, что к нашему видео будет применен эффект ночи. Чтобы это наглядно показать, я как раз продемонстрирую на каком-нибудь видео. Допустим, с использованием открытого неба, то есть или видео с использованием преимущественно белых тонов, то есть, точнее, светлых тонов. Итак, вот, допустим, какой-нибудь футаж. Вот, если мы кинем, мы будем видеть то, что здесь же как раз получился эффект ночи. При проигрывании мы будем видеть то, что вот эффект ночи. Мы также можем его настроить, перейдя по этим каналам, и настроить яркость, насыщенность каждых из отдельных цветов, то есть немножко их выпрямить. Вот, либо настроить сам RGB канал и сделать их ярче. Здесь, конечно, насчет создания собственных пресетов. Здесь нельзя выбрать папку, но можно их сохранить. Допустим, мы изменили что-нибудь в пресете. Вот, и мы хотим сохранить. Мы в названии пресета, то есть вот мы просто щелкаем левой кнопкой мышки, либо все выделяем, пишем свое собственное. Допустим, ночь пишем. И нажимаем просто сохранить. И он у нас сохранит пресет. Вот, если мы посмотрим во вкладке, то у нас сохранился пресет ночь. То есть тот пресет, который мы как раз сохраняли. И также, допустим, если мы здесь закрыли все, то мы здесь можем посмотреть сейчас Color Curves. И вот Notch у нас он называется. То есть пресет сохранен. То есть если вы применили какое-нибудь другое видео, вы можете просто также свой свежесозданный пресет кинуть сюда на видео, и у вас он, естественно, создастся. Также вы можете его изменять, пересохранять. И также это работает совершенно со всякими другими пресетами, установками, и в принципе здесь все есть. То есть даже если мы откроем Event Pen Crop, здесь тоже есть пресет, так называемый. Если мы, допустим, изменили как-нибудь видео, здесь написано Untitled, то есть без названия. Мы здесь нажали там 1, 2, 3, допустим, сохранили. И он сохраняет как 1, 2, 3. Вот, удаляются они также. Вот, мы просто нажимаем Delete Preset, и все, он удаляется. Его нету. Вот таким образом можно пользоваться пресетами в Vegas и создавать эффект дня и ночи. Ну, скорее такого вечернего время суток. Вот и все, что я хотел сказать. С вами был я, админ сайта Nick Studio Edition. Заходим на мой сайт, смотрим обновления, учимся и задаем вопросы, если что непонятно. Всем пока, всем удачи!